Я объясню почему. Тайцы, например, не успевают подготовить награждение за трёх, поэтому они набирают два. Здесь, если не успеваем... Обдумывай мой дам. Пройтись на этой сгуле, только было прочитано. Можно держать грамоты в руках, то есть такая читать и прочитает оттуда. Протоколы здесь? Нет, где протоколы? Ну, даже есть грамоты. Протоколы написаны фамилией, не знаю. Грамоты у тебя, ты с этим микрофоном сюда остаешься, я тебя награждаю. Зачем? Вот там, берем грамоты. А в каком же это не работает? Тогда без микрофона просто объявлять. Вот смотри, микрофон объявляет. Я знаю, как мы сделаем. Смотри, очень простой вариант. Берем 4 грамма, а мы не используем. Берем. 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 Проблем не вижу. Вы возьмете, конечно, если у вас готово это награждение, три пары билетик, вы вызвали людей, никаких проблем. Первое место было Руси. Считай, дал я пачек, первый раз думал, Hey!
прошу, они подстроились. Они получили. Все, я больше дайте на пригласили, они подали, получили, они имеют право. Тебе больше ничего говорить не надо. Red, Павел Миско, Patriot Team Belarusia.